дорога Серпухов-Донки, Турово-Прилуки. Ремонтируется от скоростной до заповедника, до местечка Донки. 4 километра, стоимость 38 миллионов рублей. Двухслойное покрытие, два асфальтоукладчика идут сразу одновременно, поэтому шва не будет. Михневская организация, самая мощная, Ступинский район Московской области. Поэтому сомнений не вызывает, что сделают они быстро, аккуратно и качественно. Вопрос, да, и, ну, решите, чтобы заасфальтировать, ну, это стыдно же, что такое, асфальтируйте там, где никто не живет.